завтра. Бороться бессмысленно. Розов победил. Пилаева нет. Зачем им это? Мы и так не оказываем сопротивления. Кто не работает, тот... не живет. Правильно. А тому, кто не живет, еда не нужна. Ну сделай хоть что-нибудь. Неужели мы так бессильны? Помогите. Да зачем Ермолаев немцам? Он же ничего не знает. Не факт. Это нам он так сказал, потому что не доверял. Это полковник Фролов. Не спускай с него глаз. Служусь. Природная регенерация. Какой же ты мерзавец. Это же дети. Закрытая школа. Развязка. Завтра в 20:00 на ТВ Рус.